Дамы и господа, мы вам здравствуйте, мы сейчас турик пойдем, я вот просто зашел, ребят, почитать, и сижу в шоке, какие имбищи строят, делают. Вы вообще видели, нет? Что-то я редко залетаю в игру, то времени нету. Это ладно, ни о чем, но тут просто имбейшие какие-то. У меня есть пятерка, которая спящую цель одну делает, и все на этом. Закончили упражнение, а тут все еще хилить будет. А что, так можно было? Это вообще уклонение на всех ставит. Не на соседей, а на всех. Ё-моё, куда катимся? Там ссылка в описании на донат-сервис, если что. Тут категория А, короче, да, вышла. Крестов чё вчера? 2 штуки, да, я схлопотал. Скрипты меня побеждают. Так, замедление, да, будет? Давай, может, одну бульту вытерпим опять. Я помню, вот это по мне садануло, отлетели. Только рожки-донушки остались. Так, зачем я взял синего? Не знаю. Ой, зря, наверное, да? Ой, блин, лист. Да как вы зарядили эту так быстро-то? Так. Капец, они зарядили эту бабу-женщину. И еще заряжают. Да. Да уж. Хотел желтых. Можно было желтых, но что-то я тут решил зеленых зачем-то. Не знаю зачем. В надежде, что мне это как-то поможет, это мне никак не поможет. Все. Конечное. Миньонов этих не победить. Сейчас мне хребет сломают. Пчеловода сосанут. Я не знаю, иди в баню с такой игрой. Вот когда вот действительно бред происходит. О, ману докинуло, кстати. Можно было бить. Сам виноват тоже. Теперь опять ману сосанут. Ну, миньонов не везде поставили. 2 целых миньона я смог разродить. Так, сдохнет, да, он? 27, конечно, сдохнет. Все посчитано. Так. Так, бьет она. Бульк. А нет, так не густо. А все четенько, ману вообще рубит. Не докопаться. Так. Роша. Давай сюда. Давай, может, добьем все-таки. Как-нибудь, нет? Нет, никак не добить. Слабовато будет. Так, а миньон-то у меня не поставили. Зря я квасира нажимал. А у него поставились. Он не зря нажимал. Так. А я опять нажал его, да? Ну, опять зря. Все это бесплатно. Ну, еще один очок хотя бы где-нибудь набрать, наковырять. О. Все? Да, давай все, короче. Да, я не знаю, это издевательство 75-кристалловое. Вот как берешь, короче, этого так залива на заливе. Слишком имбовый бывает перс. Начинаются проблемы. Вот только убрал, камни на него дали, да? Ну, давай выкинем. Ну, тут все понятно, да? Так, валенок. Так.
Так, давай зеленых побольше поищем. Замедло мы... Нет, хватило, зарядили. Тут легчайше разобрали, да? Ох-ох-охушки. Что-то устал я опять. Сил нет у меня пазлы гонять. Где ж мотивацию-то взять? Отлетел. Хотелось, конечно, без выкупа идти, а тут... Ну, вот тут, смотрите, медведица есть. Если я не возьму, чем здесь пылить опять это все дело? Опять я сдохну. Ну, давай генерала Инь тогда возьмем. Он тоже диспелит. Так. Что, нас проблемы ожидают? Ну, давай так. Одну ульту приняли, да? Так, а что это оно такое положило? Снижает здоровье, да, каждый ход. Так, так, так. Я тут не знаю, что прокинуть-то такого веселенького. Почему-то как-то обычно хочу желтого пораньше зарядить всегда. Может, это неправильно, поэтому я и проигрываю. Все. Трындец пошел. Столько зеленых камней, я заливаю. Так, живи. Сдох. Как так-то? Тычки за небесные. Так, миньоны выдержат? Вороты, правда, да? Ну, давай, генерал Ин. Инь-тинь. Вороты были. Ладно, вот это. О, выдержали даже. Блин, зеленую одну пропустил. Так. Ох, 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 медведица, медведица. Полярная. Так, давай, держи метку, чтоб отлетела ты. Нет, все равно не отлетела. Медведица, давай танкуй еще один ход. Моя. Вот так. Желтых еще прокинем. Не хватило. Все. Пойдет. Блин, еще не пойдет, ребят. Уже 6 стаков. Минус 30 к регену маны. Слепой пью. Имя у него было. О, Бурундук. Но тут легче легкого, по идее. Вообще никто не бьет. Но все 60-го левела, они стартуют с бонусом к атаке сразу. Хотя нет, это же у нас без атаки турнир. Так, давай выкинем все. Вперед, безумие, отвага опять. Так. Ну, был бы центр другой, меня бы уже разобрали, да?
На наночастицы. Так, давай. О, блин, опять дозарядил. Ё-моё, Роша, ты имбейший, оказывается. Ну, давай сюда зашлем. Вот. В синего. Тоже хорошо пошло. Так, так. Так, что-то они вздыхают там сами по себе, да? Все, это последний, да, бой был? Опять у нас есть кресты. Блин, опять она дозарядила. Да что ты будешь делать? Летело. Нет, еще один бой. Что ж так много? Вот, фиолетовых надо было взять, возможно. Камнем центр прошибить. Не знаю, что кидать, ребят, вот так. Ну, давай, зеленый, замкнись, фиол, уйди. Отлично. Как доктор прописал. А здесь не знаю, что лучше сделать. Давай еще одну морду создадим. Что может быть лучше одной морды? Две морды. Давайте две морды взорвем. Сейчас злостные чебурашки эти начнут меня бить. Так, желтеньких троечку вот так возьми. Ну, началось. Сейчас дозарядит этого, да, по идее? А, его убили. Ну, все, все четко. Сейчас квасир должен был его дозарядить миньоном. Нет, как обычно. Скрипты сильнее нас. Так, мы сейчас зарядим же этого медведицу раньше, чем... Чем меня убьют. Так, кого хотим убрать? Чё кто умеет? Это регенерацию маны может нам снять. А те бьют нас. Ну ладно, давай вот так. Маловато. О, достаточно. Полетели. Держимся. Ой, в легкую, короче. Медведицу взяли и тащишь себе потихоньку. Ну, зарядил сначала ее, конечно. Так. Блин, этот очень быстрый, да, злодей. Все ходит и ходит. Все. Отлетай. Так, так, так. Все, должны закончить. Ну, Роша хороша, конечно. Ну, блин, ну топ-1 должны, может быть, занять-то как-то, нет? Такие крестики. Ладно, ребят, удачи вам. Пока-пока.